Бюджет принят. Сегодня депутаты на внеочередном заседании Березняковской городской думы утвердили его на 3 года вперед. Предлагается утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования на 2022 год. Общий объем доходов бюджета в сумме 5 миллиардов 102 миллиона 320 тысяч рублей. Общий объем расходов бюджета 5 миллиардов 220 миллионов 491 тысяча рублей. Основу расходной части составит развитие системы образования, комплексного благоустройства территории, развитие культурной и спортивной сфер. Таким образом, 59% бюджета будет направлено на социальную сферу. К примеру, в 2022 году запланировано строительство универсального спортивного и физкультурно-оздоровительного комплекса, а также ремонт уже имеющихся спортивных объектов, в том числе частичный ремонт бассейна «Кристалл» на условиях софинансирования. На ремонт большой чаши, душевых и раздевалок будет выделено 10 300 000 рублей. Ну а куда еще власти планируют вкладывать деньги, расскажем уже завтра в вечернем выпуске новостей.